В Витязево глава Анапы остановился на улице Школьной, где в эти дни идет дорожный ремонт. 30% работ выполнено. Завтра дорожники приступят к укладке асфальта. До сих пор автомобилисты такого удовольствия не знали – ездить по заасфальтированной Школьной. А вот продолжение улицы Школьной. Дорога ведет в третий микрорайон. Квартальная Галина Наговицына призналась, так скоро визита Сергея Сергеева не ждала. В понедельник была на приеме главы города, а сегодня появилась возможность показать, как живет микрорайон. Первая просьба заасфальтировать дорогу и сделать тротуары. Тротуары надо делать, согласен. А дорожка? Яма. Дорогу? Мы засыпаем. Дорогу мы градируем. Дорогу будем планировать. Дорога твердая. Мы а тротуары нужны, конечно. А что вы планировали? Налево. Какой тротуар? Подумай, как там идет по улице Школьной. Метр 80 бетон. По этой стороне туда нужно его до конца вести. Да, это надо делать. А вот с асфальтированием надо повременить. Многие жители еще строятся. Тяжелая строительная техника в два счета разобьет новое дорожное покрытие. Надо решить вопрос с освещением улиц. Ночью темно? Очень. Фонарей мало. Мало. У нас висят фонари, но надо лампочки, нужен электрик. Вот мы уже с Василием поговорили, Александровичем, да. Он сказал, что до зимы мы все это решим, потому что зима темнеет очень рано. По Витязеву, в общем, по округу, нам уже на той неделе поставили дополнительно 10 фонарей. Ну, электрики приезжают. И лампочки, 180 лампочек поменяли. И еще, я думаю, они обещали через 2 недели еще 10. Просьб Галина Наговицына высказала немало, но согласилась, решать надо постепенно.